Всем привет, с вами Готи Романовский. Это рубрика «Мысли мотоциклиста». И я выехал покататься. Все-таки надеюсь сегодня помыть мотоцикл. Не забыть про все мои маленькие детали, которые я хочу сделать сегодня. Сегодня еще я хочу подстричься. Ну и сегодня воскресенье, последний нормальный теплый денек, плюс 18 было написано. А я не могу пропустить такой день, ну не могу и все, последний день. Ну завтра я тоже буду кататься в любом случае, но просто завтра уже холоднее. Завтра уже 11 градусов будет. Ну, по крайней мере, так пишут. Сегодня, можно сказать, последний теплый денек. И как бы понятное дело, что упустить его никак не хочется. Ой, какой... Пыль в глаза прям, ё-моё, да что ж такое? А, ну ладно. В радости, что зима у нас такая, просто круто. Вчера я встретил мотоциклиста с Москвы, мы с ним поболтали, постояли. А у меня возле работы стоят мотоциклы, помимо моего стоял еще там Гошин стоял, еще ребята приезжали, просто гостей каких-то были мотоциклы. И москвич такой: блин, как я вам завидую, вы сезон даже не закрываете. Я говорю: ну, официальное закрытие и открытие сезона у нас есть. Но вы видите по погоде, что кататься у нас, наверное, круглый год можно. Мы, конечно, в снег, в дождь прям не любители покататься, но дождавшись хорошей, крутой погоды, мы, конечно же, выходим на мотоцикле покататься, почему бы и нет. Ну вот как сегодня. Кто скажет вот по видео, если не говорить, что это февраль, что в Ташкенте вот в феврале можно кататься на мотоцикле. Ну, я и в январе катался, как говорится, и я думаю, что и дальше буду еще кататься. Ну, там пару дней будет холодной погоды, но и в целом не очень люблю холод. Я сам родился зимой, как говорят зимние люди, типа, любят больше холодную погоду. Ни хера подобного. Я люблю больше теплую погоду, когда можно покупаться, сходить куда-то. Не надо на себя 3000 вещей одевать. Вообще не люблю столько шмоток на себе. Непонятно, зачем столько вещей. Типа сейчас я еду в подштаниках и в джинсах, мото-джинсах, ладно. Ну, такое себе удовольствие. Столько вещей на себя напяливать. Ну не нравится мне. Мне бы хотелось просто шорты. Ну, в шортах нельзя кататься. Ну, просто хотелось бы в шортах быть и не одевать кучу всяких еще вещей на себя. Типа, одну легкую курточку, нормальные какие-то джинсы, да и все. Зачем еще что-то нужно? Не знаю, как в других странах принято ездить за рулем. Типа, в мотоэкипе, без мотоэкипа. Но у нас в основном все... ну, спортоводы, понятно, они в мотоэкипе ездят. Какие-то чиперисты ездят, ну, как попало, простая касочка, не знаю, легкая какая-то футболка, летом шорты, ну, джинсы, может быть. Да и все, в принципе, даже в майках я видел, как катаются. По сути, я тоже так же ездил, хоть у меня и не чоппер, но очень нравится мне. А че это вы не на мотах? Как дела? Отлично. А, блин, уезжаю. Как дела? Нормально, здрасте. Помоечку? Ну да. Так. Вы что сами как? А мы машины сегодня. А что не на мотах? Погода такая. У меня такая. Погода охуенная. Эх, блин. То же самое, только у меня. Это ж... Сегодня воскресенье, отдыхать надо от всего. Семейные дела все на воскресенье. Не получается. Ой. Просираете зиму с хорошей погодой. Ты. Не, как говорят же, как это, Новый год встретишь, так его проведешь. Ну, я вот первого катались. Ну вот я про это говорю. Что первого числа как покатались, я вот, по-моему, все дни, когда солнышко, хорошая погода, все дни катаюсь. Я подписан на тебя, братан. А, да? Спасибо большое. Так приятно. Я твой шлем видел вчера. Спасибо. Давай пойду. Там есть вообще места? Да там, по-моему, битком, да, забито все? Битком забито, да, вся мойка, походу? Не особо. Ну, очередь вон стоит. Быстро. Ладно, пойду поставлю, по крайней мере. Приятно видеть людей, которые подписаны на тебя, следят за новостями какими-то моими выпусками. Очень круто, на самом деле, я прям торчу от этого. Да, может, где-то еще есть мойки, туда съездить. Я, блин, не знаю даже, что делать.
Я все равно это, улыбаюсь. Встретить ребят, мотоциклистов, которые еще и подписаны на тебя, ну мне прям приятно. Спасибо большое. Я знаю, что вы, если вы подписаны будете смотреть, это отдельно вам спасибо за подписку. Ладно. Поеду я до следующей мойки, потому что я так чувствую, сейчас я тут буду долго стоять. На платы где-нибудь помоюсь. Секунда, сейчас. Одна секунда, сейчас. Где еще есть мойки? А! Свистит ветер прям. Одна секунда, сейчас. Одна секунда, сейчас. Что эта песня заела мне, блин? Да, еще солнце прям в глаз. Как кайфово в хорошую погоду покататься на мотоцикле. Ну ладно, 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 ладно. Только здесь одностороннее движение. Мудачина. Почему-то так получается, что я всегда еду по одной и той же дороге. Вот не специально. Я сегодня не думал, что я опять поеду по этой именно дороге. Прям в эту именно сторону. И все равно, блин, еду. Что меня прет, блин? Как так получается, что именно вот сам повернул, надо было в другое место поехать? Просто, да, вот просто. По факту выбрать другой путь себе. Нет, надо же было опять туда же воткнуться и поехать, блин. Сюда нельзя, туда нельзя, поедем по прямой, блин. Вот не могу вспомнить, столько раз проезжаю мимо какой-нибудь мойки, а сейчас не помню. Вот хоть бей, не помню мойку, ни одну не помню, блин. Ну реально, мотоцикл грязный, я хочу его помыть. Хотя завтра уже плохая погода, но я хочу помыть мотоцикл. Ну вот желание, оно же как? Оно приходит и торчит, где-то тебя ковыряет, ковыряет. А я еще возле работы ставлю мотоцикл, и вот этот момент, как это называется, типа, я его вижу, что он грязный, кто-то какой-то подъезжает красивый, такой помытый мод. Я такой, я не помыл. Почему я не помыл мотоцикл? И вот это коробит тебя изнутри. Одна секунда, сейчас. Смотрите, как эти дома смотрятся шикарно. Надо зайти внутрь где-нибудь, так снизу наверх сфоткать. Мойку. Смотрите внимательнее, пожалуйста. Ищем мойку. Вот сейчас ты выйдешь, как всегда, да? Потом на кусок. Нет, молодец. Дождался. До Акадышева доехать, там по-любому где-то есть моечки. Причем денег у меня впритык, чтобы вы понимали. Ну вот прям вот как бывает впритык. На пачку сигарет, на стрижку и на мойку. Все, денег нету. Вот, ну что, вообще их просто нету. Ну, типа, если заезжать на мойку, которые моют машины, там будет недорого. Мне нужна мойка, да, это самомойка. Там выходит дешевле. Пипец, чувак, одет как байкер. Я такой нифига обрадоваться хотел на электроскутере каком-то. Не, ну, я не знаю, я сейчас сверну этот кадр, покажу вам, как там. Ну, это же электроскутер. Да, это, ну, электробайк, ладно. Ну, это никак не мод. Короче, ну, ладно, бывает. Я знаю, да, мы поедем сейчас через Паркенский, там вроде есть мойка с левой стороны, да? Вот видите, мойка, ну, она такая, здесь ребята моют сами тачки, то есть она хороже будет мне. Не, мне не жалко денег, но у меня сегодня их впритык. Вот сегодня реально так вышло, что вот на мойку, на стрижку, я оброс по бокам. И, блин, а. Одна секунда, сейчас. Классная погода, все равно я еду прям. Я не тепло оделся, у меня есть подштанники, свитер, футболка, куртка. Все, ну типа все на этом. Я не считаю, что это нам прям очень сильно тепло. Вот тут ночью, когда вот эти вот все дома, здания горят, очень красиво смотрится. Особенно если с той стороны выезжаешь, это вот так вот красивенько смотрится. Хоть это и не центр города, нету деревьев, вот вообще прям как будто вот. Вот видите, какие-то кусты торчат из земли. Здесь более-менее побольше хоть кустов. Ну вот как вот тут быть в такой ситуации? Встали ни мне проехать, ни себе, никому, блин. Вот тут где-то мойка была, вот сейчас надо бы ее увидеть, не про
не про пипердец. Вот, мойка самообслуживания, она мне не нужна. Едете? Я доехал, буду мыть. В общем, сейчас помою и поеду стричься. Я поставлю вам какую-нибудь хорошую песенку, пока буду мыть. Сказать про эту мойку. Она мне не понравилась. Ну, вот эти монетки, там одну штучку кинуть надо, чтобы там включилась вода. Одну штучку надо кинуть, чтобы включилась другая вода. Я такие вещи не очень воспринимаю всерьез, но потому что я, видимо, привык к той мойке, которая более удобная, там дается просто время, ты понимаешь, что за это время ты должен успеть. Ну там, тут тоже как бы за монетку дается время. Но в целом, мне было непонятно куча всяких нюансов в этом. Непонятно, где там что, какая пена, какая не пена там. Ну, короче, как-то мне... Я ставлю свое мнение, мне не понравилось. Мне проще и удобней на той мойке, которую один раз заплатил, и там все понятно, доступно написано, что и... Ну, там пена написана. С одной стороны пена, с другой стороны вода. Нужна вода, нажал вода, вода пошла. Нужна пена, положил воду, пошел, нажал, пена пошла. Да это, ну, такое себе. Я же не думал, что будет так. Просто видел, что Саша здесь моет. Думал тоже здесь помыть. Разочаровался. Поэтому я не советую такую мойку, в которой просто стоишь и тупишь, что тебе нужно. Взять монетки идти, пойти взять их. Ну, может, кто-то такое больше любит, но мне, допустим, не нравится это. Лично мне. Ох. Вот мы теперь поедем по другой дороге, чтобы поменять картинку. Ну, а то одно и то же, одна и та же дорога, одно и то же зрелище надоедают. И я сам в целом хочу что-то другое, чтобы было постоянно у меня и менялось. И показывать новые какие-то райончики, места. Может, приезжать на какой-то район, рассказывать что-то на этом районе. Ну, не знаю, ну вот что-то хочется такого прям. Как вам обзор на мотоперчи и шлем? Я понимаю, что я первый раз такое делал, но не судите меня строго. Это мой, грубо говоря, первый такой обзор.
я понимаю, что надо сделать поинтереснее, покруче. Но пока я не умею. Поэтому пока не судите меня строго, я научусь. Будут и петлички, и звук, и качество видео будет поинтереснее. Со временем, это все время, это же только первый раз, так сказать. Поэтому, как бы, не ругайтесь. Еще я хочу курить ужасно, почему-то сейчас вот прям захотел. Прикалывал мне вон то здание, очень круто смотрел в свое время, там какие-то призраки, привидения были. Ну, для меня, я в детстве там ходил, я думал, что там какие-то призраки, дом призраков, и обозначили это специально. Не знаю, видно, по-моему, не видно будет. Не прижимайся, пожалуйста, ко мне. Не люблю, что ко мне прижимаются. Пустая дорога, надо валить. Вот чуть-чуть, надо же, чуть-чуть буквально мне вот для вот этого вот, желания же вот это вот погонять же есть. Уже вот оно. О, душу развеял как будто. Есть вот душа радуется, так сказать. Ладно, сбросим на пятый. Ну, что ты моргаешь? А, он аварийки едет? Нет. Одна секунда, шас. О, как прям, ну-ка. О, тормозной путь у меня нормальный получается. Еще мне надоела вот эта зарядка. Она постоянно вылетает. Надо какую-то нормальную найти, чтобы она не вылетала. Не вылетала. Ага. Пипец, кого он врезался, интересно? Где этот, во что он врезался? Видите, да, вот эту аварию? Сейчас пройдем мимо. Постараемся заснять получше. Просто второй машины нет. Во что он вписался? Где второе? Ну, что это был грузовик или автобус? Нормально так. Ну, а что? Что я могу еще сказать? Нормально. Непонятно, во что врезался. Если смотрели сериал, «Купол» был такой. И там вот, когда машина врезалась, по сути же, никто не видит этот купол. Они врезаются в этот купол, и машина такая покорёжена стоит. Вот он тоже во что-то вписался, в какое-то невидимое создание. И все. И все на этом. Одна секунда, шас. Это он мне это? Это он мне? Ну да. Я, честно говоря, не думал, что ему надо помахать. Смотри на дорогу. Ну да. Крутая тачка. Я тоже так считаю. Молодец. Одна секунда. Шас. Одна секунда. Шас. А, это песня помогать начинает. Этот район называется Новомосковская. Улица Новомосковская. Одна секунда, шас. Да блин! Чё за песня, блин? Вы могучая, блять. Я хочу, чтобы у меня в голове что-то другое играло. Чё за песня, объясните мне вот это. Кто это спел? Это я вот перед выходом из дома посмотрел Инстаграм, и вот оно. Вот оно, чем это грозило мне, вот эту вот песню сейчас напевать. Надо оно мне было, нет? Блин, а? Что это творится? Смибар, пом-пом-пом. О, мой шлем, голова, все. Я опять проезжаю через Акай-Сити. Я когда-то проезжал, уже ездил. Ой-ой-ой, я забыл, что здесь дорога не самых лучших показателей. Ташкент и Ташкентская область. Ла-лай-лай. Хоп! Ла-лай-лай-лай-лай. Хоп! Ла-лай-лай. Тихо, тихо. Не беги.
Мы тормозим, останавливаемся. Одна секунда, шас. Пока. Вот воскресенье все-таки прекрасный день для прогулки, для покатушки. Это просто проведение времени с самим собой, с болтовней, с мыслями мотоциклиста. Вот я сейчас буду нарушать. Вы так никогда не делаете. Сейчас вам покажу, как я буду нарушать. Ну и в принципе на мотоцикле и по-другому сейчас ехать в обход этому всему, вокруг этого всего я не хочу. Поэтому здесь, когда я шел пешком, увидел одну крутую дырку, чтобы можно было заехать и выехать. Вот она, дырочка моя. Оп. Главное ехать аккуратно, потому что здесь, как вы видите, такой себе момент спуска, подъема. Оп, 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 и все. Мы уже на другой дороге. Одна секунда, шас. Да блин! Опять эта херня. Опять эта херня. Все, короче, я с вами сейчас попрощаюсь, подстригусь, а может быть и что-нибудь сниму. Я приехал к своему другу в... Это было.